Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1522. События дня. Первое послание к Тимофею 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». За 11 февраля 2020 года. Ну, наше обращение тут о помощи. Старость купить бы новый комбайн. Я не смог разбогатеть. Мимо меня прошли эти миллиарды долларов. Никто мне не дал. Я бы им их отдал сразу. Но вот мешает бы. И 4 ролика про его жизнь старосты. С семьей как работает. Ну, прочитайте, посмотрите. Если я быстро проматываю страницы, а вы курсором задерживаете их. Тут, может быть, не Елена как раз, Сергей говорит, но как-то там буквы так идут, я так и брал, как есть. Thank you.
Вот эти тут беснования в чистом виде, это Рустам, Рустик крестился. Ну, сейчас увидите, что у него получилось за ночь. Он только пришел тут и начал буянить. Его опять закрыли. И где бы он ни был, везде у него. Беснование явно четко. Вот он утром уже начал. Ухожу в ислам. Я не верю нисколько, что у него там мирно будет, даже и примет. И что жениться и будет жить с женой, тоже не верю в это. Дальше ему вот эти места считайте, я ему все это выписал по Слову Божию, что это означает. Так, это места, которые я ему выписал, послал.
Ну, вчера вторник. Нельзя было мне ставить ролики. Это сняли все пока. Ну, на неделю было от Ютуба. Ну, я 54 ролика сразу поставил. И сегодня около 50 будет. Сдвинусь с места. Вот вчера Русик очень много здесь сказал. Вот так. И его переписка у меня сохранилась. Вот я ее могу показать кратко хотя бы. Пролистать. Вот так смотрите. И потом задерживайте. Стал считать, у кого жен было много, почему ему нельзя. Вот так. И все, перехожу в ислам. Вот она смерть переходит. Все полностью отнял Господь. Играл, играл и... Это я часть нашей переписки когда-то взял. Сейчас. Моя там я ему писал там раз в 10, наверное, больше, чем он мне. И то вот сколько было. Все тут было. Повторяю, что это не полное, если только можно будет просчитать. Не полное. Ну, видно, вот как. Я ему много мест писания выписывал всегда, но никакой силы это уже не имеет для него. Одержимость явно бушующая. На чем он подхватил демона, в блуде или где? То курить начал, пить начал. И, наконец, полностью вышвырнутый из христианства. Это он сам говорит, явное беснование и гордость.
Говорит, постился. Дай Бог. Вот что с ним там делали. Он все испытал и ничего не понял, для чего ему Бог это дал. Для чего? Вразумить, на что способен. Ну вот что. Так вот день и прошел. Благодарение Богу. Все благополучно. Занимаюсь своими делами в интернете. Кошки, воробьи, голуби. Вечером уже ложиться спать. Температуру посмотрел. 18 градусов. Это уже немного, но все равно. Голубь-то у меня жил в избе. Я пошел, Володя за мной. В темноте залезли, взяли фонарики. Я этого голубя нашел среди других, он замечен был. И принес в СБ. И он у меня сейчас здесь находится. Я потом как-нибудь покажу. Коробочка кошачья такая, государственное изготовление. Все на этом.